Всем привет, с вами Ял, и сегодня я покажу вам команду, которая добавит нам в игру троллеблоки. Для этих троллеблоков не нужны никакие моды или какие-нибудь там аддоны и так далее. То есть вам нужен только командный блок. Мы его получим с помощью вот такой вот команды. Мы получаем командный блок, ставим его и вставляем в него команду. Ссылка на нее будет в описании к этому ролику. А сделал эту команду The Red Engineer. Что ж, мы вставили команду, теперь нам нужен факел редстоуна, либо блок редстоуна, на ваше усмотрение, что хотите. Но я возьму факел. Ставим факел, и команда начинает свою работу. Строится вот такая вот машина, большая. И что ж, вот у нас сообщение, что машина доделана. И тут три кнопки. Удалить машину, команду сделал Red Engineer и получить предметы. Но я пока ничего не буду нажимать, потому что это все-таки команда, которая называется троллеблоки. Естественно, нас сейчас затроллят. Поэтому лучше я сделаю, лучше отлечу немного подальше, потому что возле этой машины у нас немного начинает лагать Майнкрафт. Я отлечу подальше, куда-нибудь... куда-нибудь сюда спустимся, и я вам покажу, как что крафтится. То есть мы сделали машину, и пока эта машина не удалена, пока мы ее не удалили либо не разрушили, мы можем делать те самые троллеблоки. Первый троллеблок у нас будет — это верстак. Что ж, нам нужен обычный верстак. Мы его ставим. Вот он, обыкновенный самый верстак. Нам нужны стойки для брони. Armor stand. И, собственно, мы выбрасываем верстак. Просто выбрасываем его. И выбрасываем стойку. И нам крафтится вот такой вот troll crafting table. Мы зажимаем shift. Нажимаем правой кнопкой мыши. И теперь у нас точно такой же обычный верстак, только он тролль. Давайте я войду в обычный режим. Допустим, мы скрафтили этот верстак, все сделали, поставили. Вдруг такой подходит. Ну, скрафчу я, пожалуй, что-нибудь. Нажимает, и у него пропадают вещи. И такое сообщение: спасибо за твои вещи, нажми. Ну, он думает: окей, что такое? Ему высвечивается сообщение: да я просто шучу, нажми, чтобы вернуть свои вещи. Он нажимает, и все. Мы затроллили его дважды. И что ж, следующий троллеблок у нас — сундук. Да, мы ставим сундук. И нам нужны доски. Выбрасываем доски и армор стенд. И получаем вот такой вот тролл чест. Тролли сундук. Подходим к сундуку. Сейчас это обычный сундук, то есть в него можно что-нибудь положить. Давайте положим... ну, допустим, один какой-то предмет. Это обычный сундук. И теперь мы нажимаем, опять же, shift, нажимаем правую кнопку мыши, и теперь у нас этот тролли-сундук. Друг подходит такой, положил что-нибудь в сундук, нажимает. Ну, да, ты затроллен, чувак. И что же, следующее у нас — это печь. Да, печь тоже троллит. Мы ее ставим, вот такая обычная печь. Нам понадобится зажигалочка. Зажигалочка. И опять же армор стенд. Выбрасываем зажигалку и армор стенд. И нам крафтится троллепечка, троллепечка. Shift. Жмем правой кнопкой мыши. И теперь это троллепечь. Попробуем что-нибудь приготовить. И мы загораемся. Мы просто горим очень сильно. У нас забирается пол жизни. Мы продолжаем гореть. И... ух ты! У нас оставалось пол сердца. Вот такой вот мелкий троллинг, он нас не убивает, но опять же это весело. И мы идем дальше. Следующее у нас — это кровать. Кровать, да, кровать тоже может быть троллем. Возьмем две кровати, армор стенд. И поставим кровать. Выбрасываем ее, выбрасываем армор стенд, получаем тролля кровать. Нажимаем правую кнопку мыши.
Вот черт, уже ночь. Нужно быстрее спать, потому что нас могут преследовать монстры. Такой ложится спать. Я не думаю, что это прям как-то смешно. Но черт возьми, это троллинг. А мы идем дальше. Дальше у нас слайм-блок. Как вы знаете, слайм-блоки служат как трамплины. Мы берем слайм-бол. Берем, опять же, армор-стенд. И выбрасываем это. Получаем слайм-блок. Да, слайм-блоки служат как трамплины. Мы его ставим. И у нас, когда мы рядом с ним, прям вот, вот на два блока рядом с ним, то это обычный... Обычное стекло. Обычный блок стекла. Если мы отходим, то это такой слайм-блок, который с виду как трамплин, правильно? Ваш друг такой смотрит: о, трамплинчик, отлично, сейчас я прыгну, и меня он отпружинит, прыгает. А это просто обычные блоки. Хотя в первый раз он почему-то меня подкинул. Но он подкинул совсем чуть-чуть, и все равно мы потеряли жизни. Давайте еще раз попробуем, потому что у меня что-то... Какое-то сомнение. Друг прыгает. И промазывает по трамплину. Последний блок, который будет троллить, это блок тыквы. Тыквенный блок. Обычный тыквенный блок. И чтобы нам сделать его тролли-блоком, нам нужен факел, мы его выбрасываем, и армор стенд. Мы получаем тролл памкин. Подходим к тыкве. Shift, правая кнопка мыши. И теперь это вот такая вот тыква. Это единственный блок, который нас не убивает, а просто пугает. Смотрите, к нему зайцы лезут. И мне он нравится все-таки больше всего, потому что лучше хорошенечко напугать друга, но не убивать его. Хотя остальные блоки тоже довольно интересные. И когда мы подходим к этому блоку, происходят вот такие вот вещи. Нас пугают. Вот такой вот блок. Пугающий блок. Загорается тыква, прям Хэллоуин пати стайл. Что ж, и это еще не все. Здесь есть еще один момент. Это уже не блок. Мы возьмем паутину. Поставим ее вот так. И когда у нас создана эта машина, вон вы видите, когда она работает, то пойдем в обычный режим. Вот я в обычном режиме, вот паутина, и когда мы входим в паутину, происходят вот такие вот вещи. Сразу все тухнет. После того, как мы застряли в паутине, дается вот такой вот эффект, что мы не можем сломать ни один блок. А, хотя нет, траву, видите, мы можем ломать. Но вот землю не получается. Вот такая вот команда для Майнкрафта, без каких-либо модов. Что ж, как я уже говорил, с помощью этой команды вы сможете сделать тролли-блоки и потроллить своих друзей, пока эта машина работает, пока она не удалена. Как только вы нажмете кнопочку Remove, то есть удалить машину, то все эти эффекты исчезнут, и все тролли-блоки станут снова обычными. Поэтому я, пожалуй, ее удалю. У меня прекратятся лаги, я надеюсь. Ну, не прекратились. Но все равно я отлечу подальше. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Всем спасибо за просмотр и пока.